Самое, что забавное, начали появляться ребята из Rus Power в топе. И, ну, Red Rise закрыли, но no фан. мои поздравления личные тебе, если ты увидишь это видео с тем, что ты первый взял на первом Deforge 180-й левел. Я тебя очень сильно поздравляю. Если у тебя будет возможность а, с нами у, поучаствовать в интервью как топ-1, взявший 180-й левел на Deforge 1, я буду всегда рад.

Ситуация примерно такая же, как и была раньше. Особых сильных изменений на втором дефорже нету. Итак, на третьем дефорже первое место все так же держит Big Frog 173 левел, Агафа 164 Нарбирал 163, Акама 161, Олесио 160, 159, Мако, Самсон 159, 157, Владиславович, Вульф 153 и 152, Енус почему-то без клана. Топ почти что не поменялся, все как шли примерно так и идут. Клан Конкерерс здесь разрывает все что только можно, но ну и клан No Comments также держится. Итак, четвертый дефорж не успел самую малость Лео из Free Arrows. 179-й левел, его обогнали, получается, на первом дефорже. Тотал 177-й, Дачник 169-й, Экстер 169-й, Мегион 168-й. Их чудо-троица заняла снова позицию без разрывов между друг другом. 167-й Шан, Хайв, 165-й Личи, 165-й Барселона, 163-й И, Эскуда 163-й. Дальше топ также идет очень плотно, но Лео чуть-чуть осталось поднапрячься, и он возьмет, наконец-таки, кап.

прям сейчас еще более конкретно из Айрон Вульфов, только есть один человек из Айслайна и Дзема из Орды, один врывается как может. Итак, шестой дефорж или односайдовый сервер, <смех> <смех> <смех>, насколько я это понимаю, я никогда такого не видел. Мелма с клан Afterlife. 168 левел, затем идет Ноа, тот же клан, Алихей, 160, Алекс Стифлер, 160, Нелик, 160, Алик, 160, Алик, 160 Гл... Гвайн, 159, Бэйби Киллер, 159, а, Тупо Тарас, 159, Килда, 159 -й. и Арт оф арт 158. -й. Вы просто посмотрите вот на это, как это называется, весь топ 20, это весь клан Afterlife просто весь топ-20 это клан Afterlife. Ну что, ребята, вы молодцы, конечно, у вас нету никакой вообще позиции на шестом дефорже, но это, если честно, пугает. В своей предыдущей записи за вчерашнее число я, к сожалению, неправильно сказал топа. Там топ на тот момент был Лео. Но на данный момент гонка со 180-ми левелами, по крайней мере, на первом дефорже закончилась. Я от чистого сердца поздравляю Ноуфана no с тем, что он взял 180-й левел. Парень, ты молодец, я очень буду ждать тебя в своем интервью, чтобы ты рассказал все-таки, как ты это сделал за настолько короткий промежуток времени. На этом, ребятки, будем заканчивать. Вы все большие молодцы, вы все качаетесь, вы все развиваетесь. Мое личное уважение каждому из вас. До встречи, ребят. Спасибо большое за лайки, спасибо большое, что поддерживаете. Всем пока.